Символы. Символ как таковой есть именно равновесие выговаривания и умолчания. Он, употребляя выражение Гераклита, не выговаривает и не скрывает, но знаменует. Сергей Аверинцев. Сенат, когорты и арены Рима, шпионы с неприветливых границ и недруги, поверженные ниц языческого мира пантомима. На торжествах речистые витии, разумные, а то с усами сами, и псалмопевцы с томными глазами. Цвета и сны ушедшей Византии. И одинокий голос муэдзина, вещающий окрест Аллах Акбар, и звук зурны, и пение гитар арабского владычества картина. Все, говорит, былое невозвратно, ты как отцу ему не прикословь, и знаменует в отблеске закатном истории запекшуюся кровь.